Мы находимся в старинном городе Яф, который основали еще египетские фараоны. После того, как я приму пищу, если так можно выразиться, вы познакомитесь с моими художественными произведениями. Здесь висит картина под названием The Convenient Corner, то есть какой-то приятный угол, или уголок скорее. В принципе, я здесь изобразил старую стереосистему, бутылку минеральной воды и часть здания, которое я видел из своего окна. Желтый фон – это уже что-то придуманное мной, то есть на планете Земля такое встречается очень редко. Эта картина называется «The Wheel of History» – «Колесо истории». Вначале я просто хотел изобразить колесо модели старинного автомобиля, но у меня это не получилось, то есть изобразить колесо в точности. И я решил переделать это в абстрактную картину. Фон этой картины как бы разделен на четыре части, и это наводит на мысль о четырех временах года. Поэтому я ее назвал «Колесо истории». А теперь я расскажу про свои керамические работы. Эта ваза, она не имеет названия, но вызывает очень много ассоциаций. Самых разных. На мой взгляд, она напоминает какое-то архитектурное сооружение Дальнего Востока. Скорее всего, древний храм в Индии. Или даже что-то среднее между древним храмом в Индии и современным высотным зданием. Эта ваза тоже без названия, но она также вызывает много ассоциаций. Может быть, самая подходящая ассоциация – это какой-то корабль и даже обломки старинного парусника, плавающего по воде. С этой стороны стоит картина под названием «The Universe is Born». Рождение Вселенной. Ассоциация возникает сразу. То есть это как бы большой взрыв, который произошел 15 миллиардов лет тому назад. А вот эта картина называется Sky Spider, небесный паук. Могут быть совершенно различные ассоциации. Горлышко бутылки – это как бы то, что совсем не к месту, на первый взгляд. Именно поэтому получается все наоборот, что оно как бы усиливает ассоциации, которые вызывает эта картина. В середине нарисован старый динамик, входящий звук, наверное, 30-40-летней давности.
А снизу это как бы светящееся окно какого-то завода ночью. Слева от меня одна из моих самых колоритных картин, называется «Окно в природу». Но многие люди ее называли по-другому – «Всевидящий глаз». Розовый цвет вызывает какие-то ассоциации с человеческим телом. То, что на его фоне – это бабочка. Также можно это интерпретировать как какой-то вид города сверху. В общем, много различных, самых различных ассоциаций. Справа от меня три картины. Картины на самой большой высоте. Справа, наиболее крайний правый угол, это The Rainbow is Born, «Рождение радуги», и левее это «Following the Yellow Square», переводя на русский «Вокруг желтого квадрата». Под ними висит картина под названием «Путешествие во времени». Traveling in Time. Эта картина называется «Сплит», «Рассеченный», ну или можно сказать «Разделенный». Я ее так назвал, потому что в ней сочетаются различные формы, круглые и как бы прямые линии, которые их рассекают. Также много различных мелких деталей, тоже рассеченных прямыми линиями на еще более мелкие части. На этом знакомство с моими работами заканчивается. Я надеюсь, что вы получили удовольствие.